Ольга, здравствуйте. Мне изменил муж, нужно ли за него бороться при помощи стиля? Здравствуйте, я ждала, что этот вопрос прилетит именно ко мне, но мое субъективное мнение таково, что нужно любить себя максимально сильно. Это значит, что не быть красивой, не быть красивой для него или для кого-то еще, а знать настоящие свои качества и их подчеркивать. Например, я харизматична, это по-настоящему. Я подчеркиваю это принтом, текстурами, макияжем. И я это транслирую. А если муж от меня ожидает кроткости, я могу транслировать кроткость, но я буду сама себе врать. Поэтому, если вы хотите при этом остаться в паре или не остаться в паре, это ваша история. Но когда у вас есть любовь к себе, вы не будете созависимым человеком. Вы будете выбирать себя, и вы будете красивы, что бы ни случилось. Я вас приглашаю к себе, но что делать дальше с отношениями, ваше дело. Главное — принимать решение из любви.